Вот так выглядит аэропорт Пунта-Кана. Такие хижины. Фотографии, да? Да, Юлечка, необычный аэропорт такой. Очень хороший аэропорт. Вот так выглядит отель, если к нему подходить. Ничего такого особенного, но обычная скромненькая пятерочка. Заходишь. Wi-Fi, конечно, у них ужасный. Невозможно находиться с таким Wi-Fi. Мне, не знаю, я был уже в отчаянии. Где взять интернет? Приходилось находиться исключительно возле роутера. Вот, мы уже пришли на ресепшн отеля. Hello. Видите, как здесь? Пошли, может, нас кто-то ждет на ресепшн. Мы вчера прилетели ночью и нормально поселились. В номере мы заехали, кондиционер не работал. Работал только осушитель воздуха. Мы вызвали людей с ресепшн, сказали, и за хороший отзыв об отеле мне нужно хороший номер. Они мне погрузили, веселые местные ребята, погрузили наши вещи и отвезли нас в другой номер, где кондиционер шпарит со страшной силой и выключить его нельзя. Здесь все хорошо, ездят вот такие вот машинки с электродвигателем, электромобили. В общем, настроение отличное. Мы находимся в Пунта-Кана. Это Доминикана. Доминикана, Пунта-Кана. Рядом со мной идет очаровательная брюнетка. Мы заболели, мы плохо себя чувствуем. Мы еще не акклиматизировались. И мы первый раз идем по территории при свете. Отель Каталония. Здесь отличная погода, солнце, великолепное питание. И, конечно же, фламинго. И, конечно же, со мной Юлечка Спасокукоцкая, моя прекрасная, супер, пупер Юлечка. Что ты скажешь? 8 марта в Доминикане мы встретим и проведем Grow Food. Помогли нам организовать эту поездку. Кто не знает, что такое Grow Food, ну, это компания, которая обеспечивает наш рацион 5 раз в день спортивной диетической пищей в Москве. Ну, смотрите, какая погода. Здесь просто чудесно. Сейчас я буду есть что-нибудь вкусненькое, наконец-то, что-нибудь диетическое, вкусное, какой-нибудь шашлычок отведаю. Если вы захотите, напишите в комментариях, то я расскажу вам и покажу, что я ем на отдыхе здесь. Отойди от стола, пожалуйста, это моя еда. Давай, 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 иди, 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 правильно, давай. О, вот это я понимаю, это нормальный пацан. А то вот это воровать мою еду, это совсем не дело. Вот так вот сидим здесь в ресторане. Погода отличная. Кормим птичек. Сейчас на пляж пойдем, да, Саша? Да, Саша? Птица пытается спереть еду все время. Нашу? Какую же еще? Она так, видите, и нацеливается на воровство. Только что была на стволе, на столе, скрала 2 куска курицы, между прочим. Я что, дурак, по-твоему? Я что, не вижу, куда ты лезешь? Только стоит расслабиться. Во-во-во, пошла уже, пошла. Это моя еда, понимаешь? Я тебе уже кинул 2 куска курицы, 2. Пожалуйста, отойди в стороночку, а? Туда, вот так вот. Мужик пришел к доктору и говорит: у меня жена впала в детство, ей нужна психиатрическая помощь. Он говорит: а почему вы так решили? Вы понимаете, когда я купаюсь в ванной, она топит моих уточек. Вот такой здесь зал. К сожалению, только до 9 часов вечера только работает.
Но в принципе нормально. Жим ногами, машина Смита. Вертикальные тяги. Железа маловато, конечно, но что-то есть. Килограмм 200 наберется. Широкая скамейка для жима лежа. Широкая. 28 сантиметров точно здесь есть. Это для стыда многих фитнес-клубов. Жим сидя зачем-то. И римский стул. Гантели только 25 килограмм. Ну вот, в общем-то, и все, что здесь есть. Вот, мы видим вес на штанге какой. Держи. И отходи туда назад. Раз, два, три. Давай. Давай, 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 бей, бей. Чуть-чуть надо подвинуть. Бей, бей. А, вот, давай. Так, я сейчас отомщу тебе, маленький. Да я сам буду. Вот, смотри, сейчас я забью тебе голечек. Что тут за странно, не может дотянуться. Давай, играй, что ты стоишь? Хопа! Вот такая вот территория отеля. Много пальм. Синее небо. Какие-то бунгало, шмунгало. В принципе, все то же самое, что и в Турции, то и же в других странах. Но все-таки немного отличается. Все-таки есть отличия. Да, мой друг. Segway tour. О! I think about it. Привет. Как тебя зовут? Хорошо, хорошо. Меня зовут Вова. Вова? Да, ба. Классно. Меня Джейсон. Джейсон. Да. Окей. Доминикана. Хорошо, хорошо. Пока. Это, конечно, приятно. Приближаться к океану. Во время прекрасной погоды мы находимся на острове Гаити. Доминиканская республика находится в Центральной Америке, на острове Гаити. И мы идем в городе Пунта-Кана, буквально в 20 минутах аэропорта. Замечательный пляж, замечательная погода, и сейчас нам откроется прекрасный безбрежный океан. Снежный песочек, белоснежный песочек везде. Пальмы, легкий ветерок, и вот он океан, вот он потрясающий Атлантический океан, прозрачное дно.
Нет, не хочу. На пляжах предлагают отведать кактуса и кокоса. Водят люди и просят. Умоляют слопать кокос или кактус. На здоровье, брат. На здоровье. А они угощают пивком человека, который предлагает. Хорошая погода сегодня. Сейчас будем Юлю фотографировать. Не разрушай отель. Саша, не разрушай отель, пожалуйста. В нашем отеле. В нашем отеле загорают отличные черепахи. Там еще одна плывет к ним. Прямо на солнце. Они вылезают на камень. В это время очень интересные птички также в нашем отеле плавают вокруг черепах. И очень интересная птичка была, хотел вам ее показать, птичка красноголовка. А вот еще одна залезает к ним, смотри. Давай, повернись ко мне, чтобы зрители увидели нашу птичку, то подумают, что это я такое неприличное слово сказал. У нее полностью красный лобик. Лезут прямо, лезут черепахи, прям стадами. Здесь ресторан находится в бассейне. Посредине бассейна с фламинго, различными другими птицами и гигантскими рыбами. Они все лезут на берег сюда, к столикам. Периодически прямо к столу подходят и воруют еду. Что ты можешь сказать о фламинго в этом отеле и других птичках? Фламинго прекрасны, другие птички тоже. Тебя беспокоило, что они обворовывают фламинго, да? Беспокоит до сих пор. Надо создать профсоюз защиты фламинго. Вот эти белые. Там рыба плавает, и огромная рыба. Да, вот рыба, видите, под водой. Большая рыба, огромная плавает. Она бы ее тоже съела, если бы отмыла. Вот эти белые птицы обворовывают наших фламинго. И не дают им есть. Давай, very good, very good. Давай. You're saying, oh, it's okay. Okay, girls. Ahora se me olvidó la canción, el hombre quiere. Tan cierto como respira. Вот так вот поют девчонки. Окей. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Вообще, прелестно, да? Подойди погладь тоже. Дай. Ах ты наш хороший. А как же погладить гуся? Полоскаю вот теперь. Нету зубов. А у нее нету зубов. Вот, она кушает, аккуратно берет. А почему? А она... У нее есть зубы, но она очень аккуратная. Куда же у нее зубы, я не понял. В клюве? Ну там маленькие зубчики. А они что, крошечные? Видишь, маленькие зубы? У нее что, крошечные? У нее что, крошечные зубы? Мама, у нее что, крошечные зубы? Почему ты считаешь, что это она? Может, это он? Да, может, у него крошечные зубы. Он так аккуратно. После этого хочется опять переходить в вегетарианство, да? Да, он меня не кусает. Вон еще одна подошла уже, как в раю, да? Вообще не боятся людей. Такой жирненький, добренький такой, да? Да, он хлеб кусает жестко, а мои руки не кусает. Да, потому что я... Домашнее животное, гусь для глажки и общения. Нежный, аккуратный, пальцы не ущипывает. Мама, может, уйдем отсюда? Гусь так смотрит, зачем? А как же я жрать буду? Держи. Ты поел? Вот такой, да. Как кошка ходит за человеком и просит не уходить. Ой, кто это?
Как жалко, друзья, да, что так редко мы отдыхаем. Так редко мы имеем возможность отдыхать в теплых краях. Конечно, кто-то живет и по 3 месяца в году на море, и по полгода. Кто-то вообще переезжает, живет в Таиланде. Но большинство из нас не могут так поступить. Вот и приходится нам ютиться в темных городах, в пыльных коробках. Но хочется, душу всегда будет тянуть в голубую лагуну. Здесь есть пальмы, здесь есть океан. В часе езды отсюда находится Карибское море. И хотелось бы сказать вам, друзья мои, что скоро лето. Скоро такая же теплая погода наступит и в славянских городах. А вы-то, наверное, еще жирненькие. Вы-то, наверное, еще не накачали свои мышцы. У вас, наверное, еще нет кубиков пресса и плоского животика. Что нужно делать? Нужно сушиться. Нужно правильно питаться. Кого это интересует, пишите мне. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что? Что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь все, что я сказал. Тебе нужен тренер, тебе нужен точно тренер нужен. Только он может дать отпор твоей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Плачешь. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Только он может дать отпор твоей линии.